в сегодняшнем выпуске. А где? Вижу. Давай нитро. Ай, перелет, обидно, досадно, черт возьми. Опаньки, это даже круче, чем танк. Бесконечная нитро, можно лазить по горам. Вообще чумовая бомбическая тачка получается. Так, здорово. Ну-ка, а что здесь у нас? Край локации, ну-ка заглянем. А! Эй, нет, не пускай нас туда, ребята, все, ступор. Ребята, всем привет, вы на канале PopFan 2 Машинки. Сегодня поиграем в Зомби Сафари. Так, я в прошлом выпуске обещал вам, что открою самую последнюю тачку. Она только за реальные деньги, ее можно было купить. Она стоила сколько? 1200 там с копейками, по-моему, стоила. Так, давайте на нее посмотрим. Смотрите, какая она прикольная, ребята. ХПшка у нее бесконечная, то есть бессмертная тачка. То есть можно под лавой ползать, я не знаю. Но единственное, что можно... задохнуться, кислород в любом случае как бы нужен, и периодически нужно будет выныривать из лавы. Так, и плюс этой тачки в том, что у нее есть нитро, то есть это дает нам возможность проходить чекпоинты, ребята, контрольные точки, задания контрольные, то есть связанные с контрольными точками, ребята, ну, максимально быстро. Там есть такие задания, которые невозможно пройти, не использовав нитро. Ну, я думаю, и сама тачка, в принципе, едет быстро. Ну, чё, пора ее проверить. Кстати, ее даже не нужно прокачивать. Просто покупаете и наслаждаетесь игрой. Так, я с ней еще не играл, на ней не катался. Давайте-ка испытаем эту тачку. Не знаю, насколько быстро она едет. Так, сейчас мы это проверим. Ну, стандартно нас запускают с этого места. Нижний левый угол карты, ребята. Так, ну что? Подожди. Ага, есть. Еще и нитро бесконечное, я так понимаю. Смотрите, вообще не заканчивается, да? Так, нам как-то по барабану. Бьют они нас, не бьют. У нас хпшка не заканчивается. Так, ребята, все. Все сразу используем. Так. Ребята, нет, я промазал. К сожалению, промазал. А ведь так просто можно было пройти это задание. На самом деле, ну-ка, давайте-ка вернемся. Это хорошо, что нитро у нас бесконечное. Ее еще можно использовать в воздухе. И в любом случае она ускоряет. Даже если ты находишься в полете, она ускоряет. Так, прикольно. Ага, плюс еще она у нас... Ай! Ребята, нитрим постоянно практически... Ай, камень, нет! Камень нам помешал, я врезался, и ничего у нас не получилось. Ну что же, нужно привыкать. Нужно привыкать в любом случае к этой тачке. Смотрите, она прям в воздухе. В воздухе помогает нашей тачке просто лететь, можно сказать. Так, попыточка номер три. Давай. На этот раз, может, у нас что и получится. Ага. Тихо. Ребята, прицелиться. Опаньки. Эту точку мы проехали. А что дальше-то? Юшкин ты макарёшкин. Ах ты ж какашонок-то. Давай. Есть, ребята. Тихо. Да ёшкин-то матрёшкин. Ребят, ну чё с дела-то? Ладно, вроде как у нас более-менее получается. А где? Вижу. Давай нитро. Ай, перелёт. Обидно. Досадно, чёрт возьми. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Задание провалено. Зря там нитрил. Ребята, придётся повторить... Эх. А так ведь хорошо шел. Ух ты, смотрите, ее как подкидывает. Ребята, реально на ней можно даже по горам лазить. Очуметь, я в шоке. Вот эта тачка. Так что можете смело ее брать. Ну, конечно, стоит денег, но она того стоит. Давайте, смотрите. Опаньки. Это даже
круче, чем танк. Бесконечная нитро, можно лазить по горам. Вообще чумовая бомбическая тачка получается. Так, здорово. Ну-ка, 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 а что здесь у нас? Край локации, край локации. Ну-ка заглянем. А! Эй, эй, нет, не пускают нас туда, ребята. Все, ступор. Ступор, туда дальше нельзя. Нельзя, не пускают. Ладно, приземляемся на наше задание. Сейчас берем ракетницу. Хотя нам она особо и не нужна, так как хпшечка в любом случае не заканчивается. Так, пошибать. Пошибать чувачков, зомбяшек. Так. Отлично, отлично, отличненько, отличненько. Вот это задание, по-моему, самое сложное на этой карте. По-моему, самое сложное. Давай, 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 давай. Ага, есть. Лишь бы у нас все получилось. Ребята, здесь чудить тоже нельзя, как бы. Чудить ни в коем случае нельзя. Есть, попал. Отлично, здесь не будем нитро включать. Ух ты, 4, 3, 2, 1, есть. Так, вижу контрольку, вижу, 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 я прям к ней. Вот здесь притормаживаем, кустик, не задень только меня. 3, 2, 1, 0, есть, успел, успел, прям капулечка. Там капулетчик, ребята. Так, последний нет, ух ты. Что там еще-то, а? Угу, так, особо не суетимся, спокойно. Эй, сколько можно уже? Надгробные плиты тоже сшибаются. Так, здорово, хорошо они не стопорят. О, вижу, далеко, ребята, 8 секунд. А, в принципе, не так уж и далеко. 3, 2, 1, нитро. Нитро, так, где еще-то? Где-то в ущелье, где-то в ущелье. Чувствую, где-то в ущелье. О, прям на него, давай, 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 давай. Не задел. Ёшки ты матрёшкин. Ага, промазал, да капец. Фу, на самом деле это похоже на самое сложное задание. Да, не просто его сделать. Не просто его сделать. Вот, ребят, пожалуйста, под лавой. И не хватает кислорода. То есть выныривать нужно в любом случае. Так. Так, 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 так. Но мы сегодня должны пройти это задание, ребята. Ну, должны, просто обязаны пройти это задание. Все усложняется тем, что у нас дороги неровные. Всякие, не знаю, всякие бугры, камни встречаются, да? Вот это все нам, конечно, усложняет. Усложняет процесс прохождения. Так было бы просто, если бы была прямая, но... Или хотя бы дороги были ровные. А так у нас очень-очень-очень такая извилистая дорога, плюс горы, везде горы. Так-так-так-так-так-так-так. Так, что там у нас? Так, 7, 5, 4, 3. Здесь 10 секунд, дистанция короткая, в принципе... Ага, так, есть, ребята, не суетимся. Так, вот здесь подсуетиться немножко нужно все-таки. Так, 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 так. Так, 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 сейчас левее. Отлично, отлично, вижу контрольку. В принципе, машина и сама без нитро, в принципе, едет только довольно-таки быстро. Ать, не задеваем, не задеваем. Есть, отлично, ребята, 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 ребята. Это что за плит тут валяется еще? Это что за плиты еще тут валяются? Так, 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 4, время есть. Не суетимся. Вот это, в принципе... Ай! Нет, не взлетаем. 2, 1. Вроде бы... О! Это как так-то? Хватало же времени-то. Ёшкин ты макарёшкин. Ёшкин ты макарёшкин. Ребята, что за дела-то? А? Да сколько можно? Так, кстати, у нас там сундук какой-то готовый. Ну-ка. А, не готов еще. Ее нужно поставить. Окей. Пускай пока стоит. Ладно, поехали. Поехали еще разочек. Да что ты будешь делать? Вот это вот что у нас тут? Нитро какой-то, труба. Давай двойное ускорение. Нет, я хочу все-таки пройти это задание.
Я хочу его сегодня пройти. Я должен это сделать. Ну-ка, не заваливайся, тачка. В принципе, да, она крутая тачка. Крутая у нас сегодня тачка. Очень быстро. Ну и задание, задание, ребят. Ну, один косячок и все. Один плохой такой заездик. Промах контрольки. И капец у нас. Да. Так, все, так, доехали. Доехали, доехали. Сейчас запустим. Так, ладно, начинаем. Начинаем наш заездик. Начинаем. Это у нас какая же по счету? Пятая, шестая, ребята. Заезд уже какой по счету-то? Я уже не считаю, сколько у нас уже было-то до этого. Попыток. Так, макана пока нормально. Пока все довольно-таки здоровски. Так, есть, ребята. Так, начинается длинная у нас дистанция. Господи, только не мешайте, чувачки, ну не мешайте, пожалуйста. Так, здесь слева. Не пролетай только. Ай, есть, красавчик, давай сверху. Сверху, 7, 6, 5, ребята. Вот здесь начинается свистопляс какой-то просто. Бомбическое место. Так, вот здесь давай нитро используем. Ать! Прям на контрольку. Так, есть. Все. Едем дальше. Едем. Где? Где-то в ущелье. Ага. Получается, успеваем. Так, здорово. Ого, вижу, не будем проваливаться в лаву. Давайте-ка по земле сейчас проедем. А здесь что? Ага, вижу. Давай. Давай, ребята, пока что идем гладенько, идем четенько. Так. Я уже целый круг этой карты сделал. Очуметь, ребята, уже круг целый. Еще и зомбяшки тут толпы просто хотят затормозить мою тачку. Так, предпоследняя, похоже, контролька. У нас времени очень много дается, кстати. А, это даже последняя. Фу, можно выдохнуть, представляете? Я все-таки это сделал. Так, забираем 25 кристаллов. 25 кристалликов. Здесь, кстати, вот на этой карте каньон. Там прогресс 76%. Там тоже, что, похоже, чекпоинта не прошел. Не все прошел. Так, ну здесь остается у нас на карте 4 задания. Плюс 5 ненайденных флажков, ребята. Ну, это будет в следующем выпуске, так что продолжим на этой же тачке проходить эту игру дальше. Ребята, она просто бомбическая. Сами видите, да? Эти контрольные точки, я думаю, невозможно пройти на другой тачке. Хотя, может, и можно, но, я не знаю, очень сложно, очень тяжело. А это прям такая скоростная. Спасибо создателю за эту тачку. Вы прям красавчики. Так, на этом все. Ребят, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, да, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. Естественно, у нас сегодня в час дня выйдет выпуск по новенькой игре, кстати, выйдет выпуск. Новенькая игрулька называется «Пришельцы сводят меня с ума». Ну, там точка на тачке, тоже на тачке чувачок едет до определенного момента, до здания. Потом слезает с этой тачки. И идет разбираться уже в рукопашную, там, с пистолетиком из лука. Уже идет разбираться в само здание, заходит и разбирается с этими, с бандитами, короче. Да, освобождаем заложников. Короче, заходите в час дня и сами все увидите. На этом все. Пока-пока, ребята.